Добрый день, уважаемая жюри. Представляю вам две свои работы на ваш суд. Все мы находимся в плену наших эмоций. То накроет волной переживаний, чувств, и этой же волной смоет с души все негативное. И огонь способен разжечь наши страсти, согреть нашу душу. И тут же все может разрушить и сгореть, и оставить только пепел, огонь и вода. Вот из этой борьбы, единения, этих двух противоположностей состоит наша жизнь. Это я хотела сказать своими работами. Спасибо вам за внимание. Судить вам, насколько хороши или плохи мои работы. Буду признательна вам за любое мнение. Спасибо большое.